садиться. 1309, я ошибся. Ставьте штрудели, пожалуйста. Знаете, ребята, я не знаю, как вы не садитесь по мане, я даже эрдру иногда себе заливаю инер. Нет, тут я говорю, единственный босс, на котором я сажусь, это лич, потому что я там диспелю. Когда диспелишь, то просто дайте жить шкаф. Как садишься. Лок там на паладина пошел, дайте шкаф, Ралли, ты тут? Ну, конечно, в зависимости 3, да, если будете 3 часа бить и стоять в лужах и получать урон, то да. А так, как бы за бой, как бы не напрягаясь, в 3 хила ходим. Это где ты ходишь, на ленте? Нет, на X10. Кстати, дайте арбал. Я думала, тут, сейчас... Нет, нет, тут я не знаю даже как. Тут только вот этого прокачала. Я уже подумала на аликах, думаю, кто из аликов такой крутой. Никто, думаю, чё. Неизбежно спать. Ралли, ты тут, алло? Он ранее что-то в чат, по-моему, писал, там что-то дежурство, что-то там. Пролистай гитчат. Там Фейкаст спрашивал, фул или нет. А я не пойму, на ком он сидит. Вергилий спрашивал. Ралли пишет, бля, мне на дежурство вызывают, не могу пойти в гичат. А пол где-нибудь есть? Тенденты на щит есть тут? Претенденты в твоей пати вроде. Да забирай щит что-то. Паладины начнут ролить. Так, давайте по бафам. Я буду бафать всем кресты, диплом. А эти, а как может, это может, называется? А, Джаген, стой. Бафать, бафать всем прота, сады будешь бафать кулаки и неизбежность каски. Давайте бафать. На ДКшку кидаю. Джаген, слушай, ты там... Слышите? Там же сейчас человек зайдет на паладина, если там у кого-то есть прото-паладин, давай я, может, на кого другого пойду, на саму принял. Да, кстати, будет вообще неплохо, если Светли потанчит, если он умеет лича, а вторая сова вообще нам не помешает. Он писал, что уже нету прото-паладина. А, точно. Данжес сказал, что может зайти на сову, если вам нужна сова. Так он же шупец пишет, сейчас на пала зайду. Так не пепала же, блядь. Так, я же говорю, может быть, у него есть прота. Не, нет. Да и он не умеет. Слышь, Дима, что мне бафать? На стамину, на дух и на темную там разберись по крестам, пожалуйста. Джерин, тебя там слышно очень тихо относительно других. А так нормально? Да. Да, так нормально. Можешь увеличить, а так нормально. Можешь еще погромче. Просто ты кричи, Дим, на нас, и все, и будет слышно нормально. Да, ты прям ори, и все. Волшебно. Монете волшебную. Давай, Элла, спекнись пока в этого, в ШП. Я тебе буду говорить, когда спекаться там в ДЦ. Надо ДЦ. А вы захилите сейчас? Конечно, смотри, какая у меня триня есть классная. Можно не захилить, в общем. Ваша магическая стрелка окружает цель щитом, поглощающим урон 15%. От чего 15%? Сила. От исцеления. Откуда это падает триня? Она прокает от оверхила даже. Гиражните стон. Откуда прокает? Откуда падает? Анкираж. Анкираж нечисто. И чё, набисываешься? Не знаю, сейчас проверю. Говорят, нормально. Ну, на волкеде писали. КД долго. А 3 минуты КД. Да, кстати, я это не заметил. Если бы не было КД, вообще бы охуительно было. Какой-то чек. Там же эту Unforgiven тестил, да, по-моему? Знаешь, да, он с ней бегал. Все готовы? Давай, поклон скажи.
фейсбейте. Бежали станки. И разбегаются. Беги, малышка, беги! А мы там хант на шипение. Разбей тут хант. Хан там на шипе, побейте его чуть-чуть. Шипы, РДД, повернитесь. Ну, убейте шип. Идите, чистите трэш. Дальше. Это вообще, я не знаю, по волшебству. Первый раз в Геру пошла. Отдавай ей все. Волшебно не выше по на осколке. Что, у меня плата спекаться? Да. А, значит, старые. Это коллегу. Король. И это надо. Вот это я понимаю лут. Uh-huh. И вот это да. Вообще класс. 9 лет, моя красава. Там просто щит за половину, молоки, и это кольцо за половину. Рольте, блин. Надо кому-то блин. Я бы в шаманах вообще все бесплатно отдавал. Шаманы топ. Давай заявление. Да не, хилы. Пойду смотреть шаманом. Хилы реально. Их надо уважать. Как там. Тем скорее выберите иной путь. Только если это не ДЦ, это лох. Аминь. Зомби в этом. БДК. Ой, БДК. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Дайте кому вот рыбу сейчас. Могу удачу поставить. Чтоб уже ставить. Эй, Ливим Барта, чьи? Не знаю. Давайте Керсис или Шмурун первый на пол дадите на Поклонского, а потом на Блэк Зомби. После Блэк Зомби пока добудьте на Капланского. Давай чек на баку готовность. Кому рыбу дальше поставили? Кто может ставить? Смотри.
Джерри, слышишь, контроль только один усовый вихрь. Там смотрите, живите. Попробуй давать самому опасно. Будете терять. Возьмите кулинарию. Вот смотрите, видите, какая у меня кулинария 70. Я не могу ставить рыбу. Я могу ставить. Я сейчас передам. Ну вы всегда думаете, зачем вам эта рыба? Она что-то вам апнет или просто жалкий? Этих. Вот рыба. Ну, все готовы, начинай. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. А тебе эти трэш. Личная мысль, Войт. Против контроля, против контрольным игрокам. Вару, да, ты стал. Там второй БДК, да есть? Арбэк зомби, слейте капли, паладин. Чем тебе БДК второй? Тебе в трэш играть? И покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в сил противиться моей воле. Контрольки ни к чему, ни к чему за контрольки. Да, что, темные снимем, чтоб нас пофирили еще? ШПшки. Стопать будем? Нет, алло, алло, 1 500 000. Надо стопать. Ага, стопайте, стопайте, трэш вышел, я же все говорю, что он умирает. Трэш. Ты за контроль, на стон. У меня свит звездопад. Тебе эти леди и где трэш, который вышел. Геру не надо давать? Надо. КД. 3 минуты КД. Точно. Смотрите, духи. Мы духи смотрим. Контроль, секунду. Духи. И смотрим. Духи, расфиряйте за контроль, расфиряйте. У него мало контроля. Вижу. Ебать, каплю не слил. Да потому что она открыто же дэшилась в контроле. Снимайте. Макс, по протопалу. Расфиряйте трэш. Его поднять. Если что, БР есть. Если что, потому что упадет. Смотрим духи. Духи в центр. Ты не в сил противиться моей воле. Трон. Со свет звезды под нам. Трэш. Духи. В центр. Отводите от духов. Сука, звездопад у меня откатился, блять. Дайте что-то. Пизда вам. По себе. Контроль откатился. Он еще и откинул петушок. Забейте на трэш. Забейте на трэш, бейте лень. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Поехали нормально. Добьем? Добивайте. Да я лучше упасть. Не. Ты чё? Ты шо, минус 2? Да Джерион упал, ты что, блять, когда Джерион падает, надо падать сразу. Увидал, что произошло? Да, 10 тысяч злотов. Мне будет что-то висит. Пробьте это. Кому-то оплечивает на ПВП, на шару, просто так. Ювелир, у нас есть тут в рейде? Я камешек дам хоть на хасту немножко мне сделать. Сорольки там. Можешь дать мне обычный камень, я тебе один могу дать. Давай я тебе дам обычный, ты мне дай их на хаст. Желтый, шаман. Да? Шаман. Да-да, желтый. Шаман. Сорольки сапог. Элла, вспыкайся обратно, шипы. Ну, спасибо. Угу, хорошо. Я вон холю обратно, да? Да-да. Кому ты этот сапог? Давай мне я распылю. Как тянет вперед. А что, кожаные сапоги? Не, железные. Я думаю, может быть одеть? Лена. Лена. Я знаю, что пойду. Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. И бафы по паладинам и по варам. Фул баф. Берите там тетеранс. Пушки, кто хочет, кроме танков и хилов. Кто-то. Пишили. 4 АФКшера. Хорош. Нет, Марин.
Все, по-моему, этот. Марина, у тебя есть для спек? Нет, у меня же медведь. А есть для спек? Шаман. У меня нету. Ну, у меня LM53, если устроит. Да, я знаю, я буду ретриком. По спек. Okay. Захилим? Чё, мне Валима, да, пикнуться или чё? Не, будете хилить два шамана и вардруп. Да захилим. Не, без хилим нет. Нам надо, чтоб трэш разлетался. Хрен знает как. Да, чтоб дефизнес там не вылетел, я не знаю, игра не зависла. А тут вообще же ДЦ есть у нас, нет? Это он вообще появится сейчас. Ты умер, Сань. Ты чё? Ничего не дали за корабли. Тебе что-то надо от сундука? Меня тут упало. На комод. Все, давайте на сука, сейчас спекнусь в ретрик. Так, ставлю кралькину рыбу посередине, кто там не ел. Давайте запускать этого сурка. Значит, два шамана и редру хилит. Чек. Повороте, ты тут? Поклонский. Ты тут, Поклонский? Поклонский. Поклонский, все. Давайте так и стоять по разным сторонам, на всякий. Я хилам, хилам. Соединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы... Давай, я направо, ты налево. Стали нормально. Мало. Там, где Салфанг станет. Чуть поближе. Старый упрямец, у тебя нет шанса. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Трус пола дадить. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественный... 10 секунд до пула, если кому интересно. Три секунды до пула, две. Все, пул. Давайте... Гер. Ой, да я туда встану, а ты на меня трэш пойдет. А ты подвинься. Да тут ничего страшного.
Что там, скоро трэш? Давайте по трэшу. Зомби, давай войско, костой, войско мертв. Надо подождать. Это потрошу. Поклонский, давай костой, этот, ну ты понял, войск. Хорош, идите, я разрулю все, идите, там портал открывай. 14к нормально? Это 42к по трэшу, как бог. Осколок и плащик. Рульте плащик. Как подобает. Никому не надо, дайте мне, это мне пвпшный. Боль. Хотя бы временно. Первое время. Какой бы жестокий. Дерзкий покоритель роть. Никогда не отрекайтесь от нее. Кто там выше? Воет. Следующий урон будет забыл. Минус Дима. Все, погнали, на чем отдельно. Минус 14, да? Минус 13. Ну, нормально, даже больше, чем в том рейде ДПС. Так мы били. Ну и лав был. Лав спекайся в этого. В ДЦ. Сюда вы банку сагри. Угу. Вперед, вперед, не бегите право-лево, она забагается. Бегите ровно. Она багается, когда в бок бегут, там люди, она на них летит и багается в этой. Блять. В мостах в этих застревает. Бегите ровно, не бегите право-лево, не дрочитесь. Почему мы идем? Отойду минут после вальки. Ребята, а обычные токены с геры падают? Да. А на мага можно, если что? Подогнать будет. Конечно, Джерри, он подгонит. Я пока не могу прочитать это. Не, ну просто либо я провтыкал, либо с рука их на роль не кидали даже. Никогда не кидаю. Ну если что, магу корт там, если не надо, никому закинете на мага.
портал, дайте мне свой, пожалуйста. Да, не можно стал проверить. Угу. Назад. Я прелесть только на самом деле. Дискон? Нет. Чё-то подвисли какие-то. Ждите там, я сейчас собираю всю эту хрень. Тут носит помидорную фабрику. Там слева собак. Знал? Сагер. Ребят, это кошмар. Вообще нечего хилить. ДЦ, Дима с Волониром. Ничего, нормально. Я 100% оверхилла. Еще мил. Приз, прожми точку. Есть ленточка? Есть, да, но просто не доверяет девочкам. Наверное. Я просто ПВПшный ретрик, ну типа, там дамаг слабый, потому что там не качанный, один талант не качан надо, да? Себе, я просто... 15% от печати, так что мне не очень хочется не воспекаться. Давайте обновить, вроде никто не сдыхал. Давайте на ренже Варенька, Ярлаш, Волкер. Это трое, все три лока, это 6, протопал 7, хант 8, инжа подстраховочки, джейн долл, стай тоже. А саву на 2?
А, имитрина. А может стоять под боссом, пофиг. В смысле? Пусть Джиндоу под боссом стоит. Да ладно, тогда Джиндоу ты под боссом, а Войт на рендже. Давайте чек. Как поняли, 3 ШП, 3 Лока, Протопал, Хант, Сова. Ну и все. Все, все готовы. Еще. Все, погнали. Курс, встань под босса, мах. Большой рейтинг. Ну мне. Давайте идите на тухлую позу. Чё тут? Осколок и... Наручи, наручи, мне надо наручи упали. А это баг какой-то? У меня хп выше 50% не поднимается. Баг, наверное. Просто почти каждый дат уже красный экран. Скоро смерти ролики наручи. Не сейчас. Если никого не надо, я тоже заберу. Варенька он вам отдаст бесплатно, если что. Потому что у меня с ямы, бычки. На лав, спекайся обратно в ШП. Там кольцо и сад для дал, сами разбирайтесь, но я первый попросил. Мне не наруч, мне кисти надо. А это что, запястье мне не надо? Да. То давайте же самое. Сбегаться в квадрат. И в полумесяц. Все остальные под боссом, холипал под боссом. Эй, ты меня кикнул. Я тебя кикну? Прямо с мечами.
Лол. Поставил меточку в Долоране. Ну давайте чек. Так, что, все готовы? Давайте на счет 1, 3, 2, поклонский побежал. Какой-то странный отсчет, 1, 3, 2. Лол. Это обычное облако газа, только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Нормально стоите, мед. О, без хора. Что-то мы поймали. Поймали, да. Это ты им отсвечивала. Краля, стань треугольником равносторонним, как на лече. Метка, босс и вторая метка. Вы стоите на одну линию почти. Там все сами. Я понял, пофиг. Там все занято. Ну ладно. Забирай там. Забирай диплом. Близко стоите, волкер. Смотрите, не заблюйте. Пока. Отдыхивайте, извини. Тапки вангую. Объясните мне, пожалуйста, лав спекайся пока в ДЦ после боя и идем на проб. Кому резать? Так, кто? Любой, пофиг. Ну ладно. Тапки. Я же говорил. А, тапки реально хорош. Отгадайте. Смотри, крайки отдайте сразу. Смотрите, давайте крики. Мне кольчугу. Это я тапки руна. Или мои хорошие плечи будут. Кидай мне на распыл тапки, я их распылю. Нет. Кралька по КД забирает, блять. Багрухи, тапки, утешения, блять. Пиздец, кралька. Все, у меня только просто остались тапки. Красит выше. У него же есть. Нету? Графит негодяй. Пусти кралька. Быстро. Уступи. А я посмотрела. А я смотрела, у него были. Нет, не было. Обычный у него был. Блин. Да, у него обычный. Так, давайте я засуманю. Лав, ты спекнулся в лицо? Там плечи надо кому? Я на плечи ролю. Да дайте сейчас
10 КФПС. Да не-не-не. Я, видать, на поворот посмотрела. Не, про кольчугу не говорю. Плечи там не Найлима хорошие, вы чего? Не бисовая Найлима. Надо все брать. Тебе не то, что везет, а просто овер везет. Я в шоке, ты понимаешь? Я в шоке сама. Реклама Dark Stars. Вам будет вести ПКД. Будем стопать, давайте стойте в квадрате. Диплом пьет. Сейчас я обновлю баф. Я сама в шоке, потому что я сколько ходила в обычку, я даже кисти не могла выбить, он у него меня вообще... Паладина фулбаф, каску, лапу, инту, пристабаф. Интеллект, да, типа паладину? И вроде все, да? Давайте чек. Мы не хотим с пула куклу, Надин? Чё? Мы стопаем. Хотаем. Всё, диплом пей. Баклонский начинай. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штат чумы, которая уничтожит весь Азерот! Профа не бить. 2% не бейте, отвертитесь. Ладно, бейте слизняк. Ставьте в квадрате. В квадрате. Убивайте слизняк. Уйдите проф. Замедлю. На бой замедлит. Тех стол убежались там с дебафом зеленым. А по дебафам бейте. Ну, замедлите зеленым. Да уж. Каску красного. Бо-бо-бо, по цели красным. Что? Это еще откуда? Ой, отрезай Волкера, а Макс резай поворот. Пельмени центр. Резаю. Захиливать. Повороте. Дядь. Нормально. И босс. Зеленого. Почему этот не был замедлен диплом? Я дважды просто нечаянно замедлил красного. Вон. Убейте красного. Смени центр. Под зеленую колбу. Эти все зеленого. Пельмени центр. По зеленому. Бейте. Смотрим. Срывается красный, стопайте по профу, стоп по профу. Стоп профу и бейте красного. Даже
переведите профан. Переведите профан. У меня не центр. Зеленым к столу. К столу и давайте... Сейчас. Гер, давайте гер. Рост, рост, рост. Еще есть на медле в первый раз. Бейте, босс. Не центр. Забирай. Забирай диплом. Не центр. Колбу отводи. Давайте так. На кровь. О да, на Эрдру красава. Кстати, забыл может, что на Эрдру. Может кто-то спекнуться в этого танка. Мне нужно на 2 минуты отойти. Не, реально. Да, спекнусь, хорошо. Давай хламиды на мейн. У нас всего 2 друида. Бой, забери на ок, какая разница, меньше ГП получишь. Ну. Горите на роль. Это у меня с критом вроде бы. Тканевый. О, заебись. Не, этот, на шамана я там видел, он был. Обычный на шаман. Надо на 3 минуты отойти. Иди. Покорителя проебал. Можно забрать у него покорителя? Селфиш Мурон. Прослакал ролл. Селфиш Мурон отдашь? Ну, если выше, да, конечно. Да, выше. Забирай. Сними ему, нет, дай 300. Он. Жесть, я второй вообще-то. Так ты дохнешь по КД. Так ты попробуй запилить паузу, что-то позарить, блядь. Хочу? Хочу хилить вашим ДЦ. В чем ДЦ? А, да, у нас же был ДЦ, а лап спекайся в этого. Кого? Чакай. Обратно. Или не, оставайся в ДЦ, на лане спекнись и обратно. На этом бойце надо ДЦ. Хорошо, это надо ДЦ. 5, это 10 усовые. Голова освещенная, что светить? Ноги. 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 Любу надо сегодня светить. Красочку. Перекинул ГП. Че перекину? Так, если мне не. Я на 3 минуты отхожу. Давай я перекину хиль. Или че? А, все. Вы видите контроль, ты чего стоите? Давайте насрать, агрите всю эту пачку. Пох. Левую, правую. Правую, правую пачку.
Может, все-таки поконтролим мобов? Да, давай поконтролим. Просто... Там просто минус 4, как бы. Там и их резать, и все будет нормально. И еще раз ебанем так же, да? А когда контролится, теряется лишние 30 секунд трясайте. Оп. Что-то Дима твой скоробей не прокает, он 4 трупа. Я без скоробея. Без скоробей не прошу. Скоробей, говорит. Идите, патруль пройдет за агрой. 3 минуты, КД, блядь. Ой, лол. Топ-3. Если бы там КД не было, мне кажется, вообще бисовая была бы тема. Прикинь, 15. О, опа. Ну, вот так тебе осторожно. Блять. БР на КД, БР на КД, не умирайте. Блять, кому-то могу откинуть, кого что там ждать. Может, бомжи нажать? Нажимай. Давайте. О, рыбка Кралькина. Это давание на рыбу. Такс. Давай обратно в танка, неизбежность ДД, хорош, бафы дайте по варам, по пристам и все. Давайте чек, на двоих Поклонский, на одном Витлом, на пульте на Поклонского, Волкер и Керс на кинетике. Ауру, от огня, дайте вместо льда. Так, что там, все готовы? Все, давайте погнали. Там уже кто-то запустил босс, уже спускается. Любимые воины короля Лича, теперь наши силы едины. Все, гол. Был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Прольется кровь. Разбежались. Самое, да. Прольется кровь. Я пока не могу прочитать язык. И расладитесь, кровь. Моя чаша полна. Темная сфера. Лисят, обейте точечки. Прольется кровь. Моя чаша полна. И прольется. Насладитесь болью.
Все, давайте Геру. Ой, бейте, бейте этого ворона. Ворон крядый. Да, они на меня смотрели. Рейка, ты где? На той стороне, что ли? Я вот в телеце. Под боссом. Отводи. Кинетик опять упал. Не, вихрь. Убежали с выхода. Или сюда выхряд бежал неуязвимым. Моя чаша полна. И прольется кровь. Моя королева. Они. Есть бежный спек, не станка, поможешь мне, трэш. Катушка. А где вообще труп? Какие гнедики босса я не вижу. Тыкните на портал. Ротик, катушку, да, я лав. Не-не, на трэше в ДЦ перед вами экспекнешься. Кому катушка не нужна уже. Но. Дайте палы бафы по себе. Че, раз катушки. И каску шаманам тоже дайте. Во. Тактик в рейде надо его бить. Это тактика, давайте я даю первый мастан. На, оп. Давайте я даю первый звездопад, максимум второй. Ой, это было очень смешно. Бомжи, да? Давайте войск. А не спрашивайте, если такая параша, сразу давайте. Войска тоже не очень, но расхиды там там прямо собрать сложно. Не скидывает игру. Она просто заставляет бить, типа. Бедовато. Ты из народа танчил декану вечно, потом после войска трэш, потом по рейду гуляет. Ну так надо во время войска еще набивать агро. Ну да. А не стоять и гламить. Так ты ж набиваешь его нахуй. А он, ну, ты ж набиваешь агро, а брудак еще переагривает с тебя. Агро остается. Они как таунт работают. То есть ты набил агро, брудак прожал таунт на моба. Забрал на себя, но агро твою осталось. Бурдалак умрет, и он тут не вернется на тебя. Дайте приставать в трубах. Кому? Балу, блядь, какая а, разница. Знаете. Уйди! Дубовая кожа. Такие скилловички, что даже Войда не убили мобы. Вообще, вообще неинтересно. Вообще нехорошие мобы.
Даже войды не могут убить. Круто. Сама ворвалась, звездопад дала, лежит, отдыхает. Ну что, где это? Да у меня ДПС маленький просто. Ну что, короче, надо просто с пак там сбегаться и лужу выносить, а лав спекайся в Д в ШП и лас панк спекайся в Элем. Будем втроём.